ще дам чи чи. Отставил, ты припод ты не даешь. Зачем? Питки покрепче. Ты что, СПД дай? Давайте СПД дам. СПД. Я сейчас теперь это рука ебаная ходит. Я сегодня уже походил, бля. Неохота больше. Котлеты, говорит, дожарю. А ты что, типа жаришь, ну, блядь, если ты жаришь 2 минуты, потом стопаешь, потом опять жаришь 2 минуты. Ну чё? Потом... Чисто так, у нас выходит декат, значит, Большого и Фрею. Если, ну, по подписчикам. Ну, короче, по там, где трёшка, да? Или как вы делаете? Как ты делаешь? А я не понял даже, что мы делали. Вы объясните, как вы делаете, чтобы я понимал, кому частицу просто танков хуярить. Там все другие танки были. Сейчас берем, сейчас придут. Саня, ты помнишь, Саня? А в одного не танчится эта залупа? Нет. Нет, не танчится, конечно. Ну, я же не было, да, Влад? Не, можно и в одного, но это прям ты должен быть, блядь, мега крутым танком и все понимать. Так, я мега крутой танк, я обычку танчил. Понял, обычка, нет, так не канай. Ну, а чем отличается здесь? Ну, тем, что если, например, ты будешь водить троих, да, это когда именно трешка выходит, там кинутся корни, кинется два луча, и у тебя просто миллизонов шотник, потому что у тебя все милики будут под одним таргетом стоять. Ну тут, тобой. Конечно, лучше два танка, чтобы, блядь. Кстати, а ешь понять, блядь. Чем? А там же срезали. Три хила? А кто третий хил? Там же урон срезали, это у ешки. На 34%. Это у ешки чего там? Сейчас скажу, как называется. Ничего там не срезали, по-моему. Не, ну это я понял, не, я в плане говорю, типа, как вообще, по идее, здесь должно быть? ДК забирает босса на себя, танчит босса, вар, что делает? Вылазит моб, это дерево большое, вводит вар, ДК вводит босса вообще отдельно от нас, да, а вар вводит этого дурака. Когда выходит трэш, ну, типа, все маленькие, куча, вар, мы сходимся все в центр примерно, да, вот, вар дает шоквейв, забирает на себя боссов, ДК льет лужу, и туда скидывается голем, заливается трэш. Когда выходят три, ДК забирает на себя, которого РДД должны бить, он замедленный будет, он просто будет бегать вместе с Фрей. Фрею никто не бьет, мы просто бьем этого дурачка. Вот. А милики работают по грозовому и по этому дурачку, по плеточнику, а мы по хватоплету. Это все. Так все. Хватоплета ДК забирает. Ну да, да, ты на себя таунтишь его. Угу. И бегаешь просто. Он замедлен. Он будет замедлен на 99%. Ну там типа стакеры. А вот то, что вы мелких заливаете, вы как-то сейвы будете отдавать или отбегать от них? Да, да, буду сейвы отдавать. Я посмотрю по хп, типа мы отдадим ма и дадим сакру. Ну это рискованная хуйня. А сколько хилов? 2 или 3? 2? Почему? Ну рискован? Я хуй знаю, типа если рядом с ними стоять, дамага можно словить много. Плюс считай нет, корни. Смотри, как это делается. Мы заливаем, ну мы начинаем его ешить в это все дерьмо, да? Вот, там примерно мобов 5-7, они взорвутся под сейвами. Остальных просто по очереди, по кайту, по 2, по 3 мобчика и все. Так их и так, их и по очереди и так сливается вообще спокойно. Типа одного выбрал, убил, одного выбрал, убил. Да нет, там это такое. А у ей лежа, там просто около хп ты их добил, как бы. Да, 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 конечно. Мы так и делали на прошлом году. Там вообще проблем не было. Там, я помню, какая-то хуйня просто рандомная что-то было, кто-то сдох у нас, и все, так мы все сделали. Тут все то же самое, просто отбегать от лучей, бить корни с людей и стопать каст. Нет, все. Корни не надо бить, есть 2 фридома, мы фридомы будем давать все. А, там первый я даю, Freedom второй дает, второй пал и все. Че, он там раз в 20 секунд кидает корни? Да, ну там, блин, 2 Freedom, в принципе, там хватает с головой. Freedom 25 секунд, КД. Ёша, ты вводишь большого древня и двух этих встрёшки танчих синих. Одному кикаешь ты косты, второму кикает Тинлао косты. Я прятаюсь. Один кикаю. Сейчас я захожу, уже что-то снято.
Да у тебя там будет пить только, блядь, Ретрик, ты и Тинлау. Мы когда это доведем хватоплета до процентов 15-20, мы стопнем и, если что, переключимся, посмотрим. Ну и дерево, ребята, дерево заливают все. Это прям приоритетная задача. Если вы видите дерево, скажите, кто не видит, что побежал. Ты про зеленую елку? Про елку. Да. Гера зайдем на первом дереве или на втором? Гера будет отдана на второй трешке. А, бля, мы просто сдавали одно дерево. На большое. Дерево и так убивается. Мы почему-то думали, что нам не хватит ДПСов залить до next mob'а. Посмотрим сейчас, если не будет хватать, значит будем сдавать так. По-разному. Че там, блядь, мы вообще, вот, например, ну, я в своей десятке, мы вообще без Геры били. Мы Геру оставили на ласт-фазу, потому что у нас не было товарища, который нам минус отхил повесит. Просто его тут туннелили под депс. Че там, чекните, блядь, будем бить, нет? Да сейчас, Санёк. Всё, я тут. Дипс. Всё, все готовы. Фаски там, блядь, пейте. Распирали. Че, блядь? Да, бля. Вообще никто не бейте, трини не сливайте, ничего. Стоим, ждем просто. И дистанцию наберите, вот дерево пошло, забираешь. Ну, смотри, трэш охуенно. Под гриб подведи, сзади стоит у тебя гриб. Ага, трэш прибежал, да? Там не знаю. Да, бить надо было. Бля. Тогда падаем сразу, ничего не тратим, просто упали. Я что-то думал, вы с той стороны зацепили. Да. Мы падаем или что? Чуть да, падаем. Да. Вайпн трэш. Лёша, и желательно, чтобы ты был с микрофоном, чтобы ты говорил, куда ты будешь вести босса. Вот этого под грибами, который право, лево, вниз, назад, наверх. Чтобы люди ориентировались, не стояли все под одним лучом. Ну, точнее, все под одним грибом. Потому что если туда проклят получает, а сразу минус люди могут быть. Скажи, я на РЖ стою. Нужно этих купить и бам. На РЖ стоял, остальные 6 человек стояли под одним грибом. А, ну да, вот этот трэш тоже надо бить там, где хранитель. Ну, что-то сказали, не надо, блядь. Нет, там, где хранитель надо, я думал, ты его зацепил. Ну, вообще вся комната чистится от трэша, насколько я помню. Пойдем, наверное, сейчас еще тот зачистим, чтобы на всякий случай. Тут это где? Наверху, с левой стороны. Где дерево? Ребята, ну с тучи выведите его, увидите там, гроза. Ну вон, видишь, через речку там стоит еще два моба. Этих двух давайте еще убьем на всякий случай. А вот эти, блин, дрянные. Ну, да, хз, типа придут, не придут, не знаю. Ч
чем это он таким. Давай, Сань, когда бьем, ты знаешь, что скажешь. Бегу, бегу уже. И сразу кучно не стойте, видите, он направляет луч Фрея, да? Людей, типа, он только что просадил, просто этот луч 8 человек, это бред. По разным грибам. Просто дистанцию наберите, все. Я бы вообще РТДшников расставил бы право-лево, так намного удобнее. Типа с правой стороны стоит, к примеру, ШП Сова, с левой стороны стоит Лок и Хант. Да. Лок ставит портал на правую сторону, если что, чтобы дерево бить. Терпку, да. Ой, ёпта. Один час, понимаю. Ребут. Бля. Ауру на огонь поставь сразу. Дайте мне силы. Все, поехали. Бери дерево с себя. Давай. Не стой, ты слишком быстро водишь. Жди, пока гриб пропадет. Шаман ушел от нас. Елка, 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 елка. Беги, малышка, беги. Дерево под боссом убить. Налево переведи сейчас, вот возле реки гриб есть, сразу слева. Луч, луч. Как там, дрожь земли касса, как это называется? Да, да, да. Не было еще. Я скажу, куда стоп. Да я фокус сделал, чтобы смотри. Freedom, хуидом там. Я сам там, да, не знаю, все хорошо. И что, они просто стоят будут? Сбежали с центра, быстрее сбежали все. На речке убейте РД до дерева. Ну, давай. Шоквейв. Убили дерево. Быстрее. Стоп на люкаст. Заливать. Дал сокру заливать. Мастер, давай. Ух, ебать. Притормозите, типа. Ну... Да куда же вы так быстро? А, ну хули. Слишком быстро, ребят. Вот смотри, вот вы много АОЕ дали, у мобов, у многих мало ХП стало, и вы бьете неаккуратно. Проще всего по два моба убивать, по три. А не вот это АОЕ давать, оно и так убивается до вот следующей волны. Нет, я вот как, я вот так играл. Атака ближнего атака. Боя, блядь. Да какая в пизду атака, ты видел ХП, сколько у рейда было? Ну, у меня атака ближнего боя, они меня загрызли. Да хоть 150. Причем тут смысл? Ну, от чего ты умер? Ты ХП рейда видишь сколько? Мобы, когда взрываются вокруг себя, сколько там, 15? Не, я просто, я про другое, я пытаюсь найти урон от этого взрыва, я его не вижу, бля, вообще. Его нету просто. Ну, где полученный он? Урон открой. Ну, у меня полученный урон автоатака, блядь, от мобов. Вот, открой его. Да есть у тебя взрыв. Взрыв называется, взрывной плеточник. Ни один РДД не должен лутать этот взрыв, я не знаю, как вы можете его лутать. Ну так они бегают, они, во-первых, не контролятся, они таунтятся только. Ну хуй знает. Единственное, как убивается это по 2, по 3 моба. И надо время давать отхил, то есть вы должны видеть ХП рейда, а не то, что там АУЕшить там в тупую, это залупа будет.
Два хила, они не поднимут рейд быстро. У них типа по ДОЕ 6% до 40, там, да, до 30. Ну хуйня, смотри. Вот я за сову, когда играл, берешь моба, вот ты сова, ты берешь моба и хуяришь одного, зергаешь. Никакого АУЕ не надо давать. Просто берешь, дотки на него кидаешь и зергаешь его, пока он не умрет. Потом берешь следующего, и все так, ну, играют. Сейчас посмотрим. Ну-ка еще раз. Можно сыграть по ассисту, на пары разделиться. Допустим, смекалка с нечаянно и безвредный с кем там, с пристом. Все, приз смотрит безвредного, таргет выбирает и помогает ему, и все. Да, это зачем? Типа там мобов много, они же не такие жирные. Я просто к тому, что... Просто типа рендж наберите, и все, когда он... Вот мы свели их, он дал шпф, вы просто уйдите на рендж и дайте кнопки, и все. Просто погрызли, блин, все. Ну рендж-то да, как бы минимизирует дамаг от взрыва, но все равно их как бы надо убивать, это понятно, но не одновременно. Ну вы типа начали их заливать, когда, смотрите, мы убили 8 мобов примерно, да? Вы убили их под сокровом, мы начали вас поднимать, вы убили еще 4. Типа вам просто нужно было стопнуть, наверное, не бить. Или бить хотя бы по одному. Ну они хп, типа... хп рейда не видели. Нужно, чтобы все видели хп рейда. Ну конечно. Да. Я вот за танка, я вижу хп рейда, я все вижу. Поехали, бля. Мы пачкой стояли, и там еще два луча прохнуло как раз под мобами. Да, да, я слышу, мы, да, слишком тут стояли. Близко друг к другу все стояли. Просто сыграйте осторожно, учитывая, что хилам надо вас поднять на фул. Тогда убьется босс. Луч солнца, нечаянно касается, хорошо. Все, РДД работает, фотоплет. Забили фотоплет? Фотоплет на себя ДК забирай. Там. Ёлку видите, оно... Дерево сзади на реке, свичнули все. Пар, клеточник, касты тебе надо кипить. Стопнули касты. Хорошо. Потоплёты играем еще раз, да? Дам ему стан, как пусть постоит, отдыхает. У него уже хп мало, забрать если. Стопнули в потоплёты, играйте в плёточника. Грозовой плёточник. Подведи его или чё, чтобы мы хауешь. Он же сильно подводи бьет, его, подводи сильно. Его под больших, под большого подводи, в этих двух мобов. Просто вы. Все, фулл АУЕ залили, просто это все, что видите. Быстрее. Большой. Хорошо. Давай. Быстрее хватоплет. Все, стоп. Там Алексей. Елка. Убили. Дерево. За боссом стоит. Все, Ёши, води этого. Только не стойте все под одним грибом. Я вас очень прошу прям. Беги, малышка, беги! Поторопитесь, я там скоро мелкие выйдут. Нормально. Еще 25 секунд у нас. Хорошо. Случаи будут, осторожно. Ушел. Людей отойди. Стопнули косты. Ёлка. Поехали. Ёлку быстрее взял. Ёлку все. Хорошо. Все нормально. Может сейчас уже сразу... Сбегите сейчас вот сюда. Он достану и разведёте сразу. А вы учитываете, что луч босс, который кастует и не сбивается, он по всем по вам сейчас пойдет, когда вы будете сбегаться. Кастан уже разошлись. Дай фридом, товарищ. Голема нет. Хорошо. Все, начинайте заливать. Смотрите на хп мобов только, пожалуйста. Не долейте их так, чтобы невозможно. Так, даю сокру. Заливайте. Стопнули. Стопнули немножко. По одному теперь. Я сзади. Хорошо, заливаем дальше. Понемножку. Мастер на огонь, давай, заливайте троих. Ну, блядь. Я стану. Пока не встал, конечно. Бафы по нему сразу дайте. Я тебе сразу дам сейчас, Арш. 5 секунд новой мобы. Все, дайте гимноману, пожалуйста. Дайте ему это гимноману, тотем и ту хрень. Все. Большой появился. Бьем. Лучи. Только не в лучах, стой, пожалуйста. Сова.
Ёлка, ёлка. Ёлка у босса. Быстрее. Стопнули косты. И красный хант отошел к людей. Там не могут. Да все стоит, ну исчезли. Че там, сколько времени? 20 секунд еще. Нормально все. Где ты смотришь таймер? Отойдите, отойди. В DBM. Какой-то специальный? Ну, с формуин. Все прекрасно, стойте под грибочком. Корни, стойте корни. Пока стойте, РДДшники, не двигайтесь. Корни. Я вижу. Все, сбежались. Давай, шоквейв. Можешь войско ебануть? Заливай, да, можешь. Сейчас все. Они будут стоять, надеюсь, здесь. Ну, съебуйтесь от них уже подальше. Заливайте, даю сокру. Только не сильно много. 4-5 залили, хватит. Еще корни. Я вижу, подожди, не могу до тебя дойти. Вы РДД в портал. Все, аккуратно теперь, аккуратно, по несколько мобцов. И зеленый. Елка, елка. Дерево за боссом. Брить. Все, по несколько мобцов теперь. Мастер, давай на огонь. 10 секунд у нас еще есть. Это. Хорошо. Открывайте по одному, по два. Стопнули косты. Поднимаем рейд. Все хорошо. Варплеточнику кас не забывай кикать, пожалуйста. Забирай на себя. Корни. Вижу. У меня тут же... Дерево. Ёлка. Подмили пачкой прям с дерева. Убейте. Быстрее в дерево, вы чего? Откинул. Хорошо. Надо плёточников. Хватоплёту, стоп. Чё, теперь двоих? Стопнули косты. По плёточнику больше дайте. Своди всю кучу, заливайте. Заливайте. А, за 5 секунд. Хватоплёту больше. Стан ему дай. Больше. Хорошо. Да, Фрида. Прекрасно. Все, нормально. Последнее осталось. Это дерево. Ёлка. Да. Бей. Все, фаза. Все, последняя фаза. РДД, идите туда назад. Вот одним фреймом. Ко мне. Переводи. Геру, давай, поехали. Минус отхил. Хант вешает и все. Как только кинул корешки, сразу ушли на левую сторону. Все, перешли. Все, далеко, слишком далеко водишь. Ты в речке вообще должен стоять. Перебежай. Я вообще, мне похуй где стоять, я просто вывожу зеленый хуни и все. Я понял. Все, стоп, и босс. Не заводи так далеко. Кинул корешки, перешли. Еще лучше, стоп. Отходим назад, РДД. Дерево. Дерево с левой стороны, РДД свичнули. Бегом. Блять, далеко. Ждите, пока корешки пропадут. Не идите туда. Пусть снова кинет. Она вас всегда кидает, если что. Да, я знаю, поэтому и сказал, пошли. Ребят, блять, почему ты начал танчить с той стороны и перевел босса сюда? Ты можешь водить его по параллельной линии? Подожди, ну зачем ты на меня ругаешься? Я не понимаю. Тихо. Я же говорил, как водить босса, что непонятно. Ты уже не первый раз в этом рейде. Вы просто начинаете... Я вожу вот эту линию стоять и ходить от берега к берегу, вы просто бегаете, хуй пойми как. Подожди, тебе что-то не нравится? Я просто отвожу его от зеленой хуни и все. Что тебе не нравится? Дерево. РДД. Это РДД дерево. Милики туда не лезут. Если не успеваете. Быстрее. На танке корни. Вижу. У меня нет фридома, 2 секунды сейчас дам. Перебежали. Да. Чего вы разводите на вовремя трави и построить? Ну нормально, стопнули косты. Дам сокру. Перебежали. Все,
Не ругайтесь, просто не лутайте корешки, потому что каждый взорванный корешок это минус от, типа, от хил, ой, точнее, от хил босса. Перебежал. Вот же легкий. Ёлка. Перебежать мне. Перебежали, РТД сбрили, ёлку быстрее. Все, босс убит, куда? Может и не бей. Ничего против не имею, просто, ну, банальная тактика ходить от одного берега к другому, а мы начинаем страдать какой-то ерундой и просто да толпой никто, в итоге конец боя мы всей толпой понимаешь, стояли в одной точке и ходили по кругу. Никто не страдал. Зачем это делать? Никто не страдал. Никто не страдал вообще. Вот я не страдал. Кто страдал? Ты не назови. Ты говоришь, все страдали. Просто конечно подумай. И это, у кого есть алхимка, ребят, там сумка. У меня алхимка, да, я сделаю. Просто ты ни с чего на меня наехал, просто на пустом. Да вы время трая это не разводите? Не, ну это все понятно, просто это на эмоциях было, я не знаю, там вообще проблем не было никаких. Это то же самое, что водить лича кругом или треугольником, вообще разницы там нет. Проблема была в том, что мы почему-то РТДшники оказались в одном паке, хотя, блядь, ну, так не должно быть. Да хоть в 55 паках, кинулась под ноги хуйня, ты от нее отбежал, все, без разницы куда ты отбежал. И это ни для кого не важно, понимаешь? Я же говорю, лича водить или треугольником, или кругом, убивается один хуй. Просто на пустом наехали. Так вот, блядь, ну что ты ругаешься на меня? Не, ну в натуре, ну, не, я не понимаю просто за что наезд, что кому плохо стало. Я понимаю, если бы мы вайпнулись. Спекайся, додаешь. Я пойду покурю. Там ребят. Мимирон, по-моему, только остался, да? Мимирон, Мимирон, Йог. Ну да, там два босса, потом Везет с Йогом. Кто так я выиграл? Я не знаю, я, Дима, смотрел вчера ихнюю десятку, там на Йоге, типа, на последней фазе таунт на мобов не работает, их там никак не развести, они хилятся, шот у танка. И лайфдрейн там, типа, инста урон 30к. А бабочка не сможем убить, не? Ну, и, ну, с хранителями, я не знаю, там, типа, хранители же добивают этих мобов. Да, с хранителями вот можем. Ну, типа, не, в Хэме мы точно этой десяткой не убьем, просто чтобы закрыть, типа, ради лута. Ну, типа, если не хотите, ну, да, надо. Там хотя бы два запустить, Торима с Фреей, чтобы здравомыслие и мобов добивать, и тогда нормально будет. Ну там же, наверное, лут не меняется, просто всех рубануть. Там, по-моему, этот, кто он, добавляется что-то, нет? Сфера или рецепт? Сейчас посмотрю. Перекурите 2-3 минуты. Не, нихуя это не добавляется. Ну, типа, Мимирона по-любому в обычку мы в Гере не убьем. Ну да. Везекса ну, будем бить 100% в Гере, он легкий. Этот, смотри, вот там, в этом, в Атлас Луте написано, вот сложный режим, да, вот он, когда начинает действовать, когда один только хранитель помогает, или когда... Когда ни один хранитель не помогает. Только когда ни один, да? Да, вроде. Когда хоть один помогает, это уже... Ну, там, типа, это сложности есть, но там, типа, называется йог плюс 0, йог плюс 1, йог плюс 2, йог плюс 3 и так далее. А один во мраке это что? Один во мраке это плюс 0. Йог плюс 0. То есть, ну, без хранителей. Без хранителей, да. Ну, тут с генерала, ебать, спиночка падает, меч. По-моему, они починили вот этот бараж лазерный. Бараж починен, да. Да, то все нормально. Он показывает точно так же, как крутится. Саня, это вообще на моя сайт. Прям приятно, что починили. Кто у вас, кстати, таунтит голову на себя? Хант? Кто ее держит? Танкует, в смысле? Ну да. Кто сагрит? Я на локе танкую. Кто сагрит, тот танкует? Ну я буду танковать. Я тут пятки танкую. Понимал, кому частицу потом вешать на той фазе. Ну, локу. Окей. Я и 25-ки их танкую, тут как бы без разницы. А, там не особо бьет. Ну и искра воображения, по-моему, называется, что такое. Сам последний, по-моему. Пойду, короче, минуту перекурил. О, они убили это, да, получается? Блигос. Вот эту пуху на танка все хотел.
который уваром, блядь, с мастерством. Что-то никак, блядь, меткость лучше. Что, может, в ХМ попробуем трайнуть мне разочек? Да смысла нет. Да и времени нет. Уже поздно. Так, что я тут? Не захожу. Так, а что с этого додика-то падает хоть, блядь? Я там надеюсь, Авадон с йога не надо никому. Никто его не будет пиздить. Кого? Типа какой-нибудь фурик там, который два астриализира оденет. Авадон, меч с меткостью. И 150 выносливости там на ДК танка бы замрал. Да я думаю, если по логичному разобраться, то он тут кроме тебя тут никому не нужен. Может там 1.5, который? Или про чё-то? Двуручный. На йоге. С йога? Да, да. Там 219. Он такой без сукета, нахуй кому нужен. Ну, мне с меткостью и выносливости на нем побольше, чем на 213. Лут, конечно, пиздец, блять. Не, лут говна, тут даже, ну, типа, можешь ничего не говорить. Вообще, тринкар, в априори, кстати. Тринкар. В априори, типа, в Альдуаре лут говна. Да не, ну, почему? Ну, хорошие же есть шмотки там, скажем. Вообще, ни одной хорошей шмотки, на самом деле, в Альдуаре, ну, толками нет. Типа, они вообще не дисбаланс, ну, типа, не балансные. У тебя шмотка на танка с РПБ. Это что за шмотки? Перчатки эти, да? Да вообще, из 25-ки, из 10-ки. Ну, они не балансные, нифига. То же самое, что сейчас на холле пала, да, там с МП5, блядь, все берут. Потому что нет других шмоток. Все тут. Ну, немножко не... это недоработано. Че, вы когда пулять там, говорите? Сейчас я поехал. А вы как будете бегать за спину? Метку на кого-то будете ставить или кто-то сдыхать будет у нас? Может, ну, СС на кого? Если хочешь. Да, квадрат поставлю. Успеет там этот приз забежать, он еще тут не было. Приз бегай всегда возле меня, короче. Все. Там еще в центре главное не стоять, когда туловище будет, типа подальше немножко. Все, бейте просто. Типа за спиной. Блять, эта твинья нас заебала, я на реально спину. Вообще не проклят. Малышка, беги! У него 15 минут или что? Угу. Знаешь, правильно. Что ты говоришь, Шалерик, он хороший, у меня ДПС для десятки на консервере. Я вообще не вижу ДПС на бану. Восьмерка выжимаю, здрасте, на.
стоять, что цель, которая просто стоит. Ну, блядь. Не, ну типа, если он типа не проебывает, обновляет, но баф на укус, потому что он дамажит. Хорошо. Факты есть, что ДПС есть? А там уже, блядь, стоящий, не стоящий, это уже дело нахуй скилла. Не, ну у тебя типа и хан заряжен 221, ну типа, да, знаешь, такое. Эта херня не танчится, поэтому можете просто все бурсты спустить, ДК стойку переключаешь, тоже дамаж. А мы зависли или что? Не-не-не. Я думал зависли. 5 секунд был так тебе. Пропиздиться. Вот Хант и Прис, вы можете стать под меня, чтобы я вас символом еще хилил. Главное, чтобы Арчи сбежался, он и далеко стоит. А Ханту лучше вместо него встать, чтобы он отпрыжкой и сразу за спину. У меня еще трудно стоит. 5 секунд обстрел, уже можете сбегаться. Готовимся. Смотрим, куда поворачиваться. Все, стойте во мне просто в квадрате, просто стойте в квадрате и бейте. Даже не двигается. Он до нас подойдет. Типа по часовой крутится вправо. Пятый пизданок, понял, хорош. Да, ну три фазы, для меня тоже как бы. Бля, я забыл ваш какая-то выставить. Да, они под эту хуйню сюда. И призовете на третьей фазе. Да. Вот уменьшение урона не работает. Сейчас нужен будет с гимс, ставь тотем, пой гим. Дерьбо, пой гим. Там третья фаза на ФК, по-моему, для монолеца только так. Так, лок танчит голову, хорошо. Наверное, так. Кто у вас кидает? Ну, Саня пусть покидает. Что, под головой никому не стоять с РДДшек. А по бомботу ДК оковы. Оковы, РДД сбрили его. И отошли все от него милики. Все. Штормового больше дайте. Бомбот. Тут я убили бомбот. Убьете, опущу. Пускай. Все прекрасно. Пускай. Все под это, под голову бейте, все голову. Отошли РДД обратно в голову. Бомбот 9. Понять. Бомбот. Убили. Не добивайте только здесь. Стоп, не стопните по голове. Пусть она взлетит, она багается, если она внизу умирает. Все, добивайте. Ну а теперь, типа, надо просто ДПС распределить правильно и все. Смотрите, короче, Лок играет тупо сам. Играет в это... Голову. Вместе с Пристом, короче, Лок играет в Тула. В тело, да, короче. Хант играет с совой в это, в голову. Милики играет просто в низ. Смотрим по ДПС. Чё, Геру даю с пула сейчас, да, как я? Да, конечно. Внимательно мины смотрите, когда будете сбегаться под обстрел. Какое оно? Две мины вышли.
Нормально, нормально идем. До спины. Все квадратики. Так, минус, смотрим. Хорошо, стоим, бьем. Низ поможете, если что, подотрите. Так, по голове стопнули. А, по телу больше что дайте. Беги, малышка, беги! Пару. Милики ушли. Он вообще меня бьет. Ну ты черт ставил. А варли же. На мины не вставай, Арчи. Да я вижу, блядь. По голове бейте РДД и по телу. Милики только в это бьют. Че, БР будет там, нет? Стопнули по голове, стопнули по голове. По телу больше. По телу, по телу. Просто три части увеличьте. Давайте все три части просто. Беги, малыш, беги, малыш, беги. Добили. Бабка то убивает, Питер. Не успели, что ли? Сейчас, почему? Сейчас, все успели. А, не успели, по-моему. Уебай, дайте башку, но. Сань, мне тоже башка нужна, блядь. Почему да. Уебищная вот эта Навара падает, говно, а на ДК не падает? Пидерсия, блядь. Ага, ты скажи, что напала не падает. Так вообще, вообще очко просто. Нет, сегодня кроме ног, все упало. Все Навара упало, блядь. Я прям покорителя не видел никогда. Чё, куда дальше идти? Провал безумия. А, ТП, да, там? Или там обвалившийся и налево, по-моему. Как кошатница ТП нажимать и налево идет. Обвалившийся. Какая шмотка будет? У меня третья. Третья? Ну, у меня четвертая. Ну, не знаю, но я не жадный человек. Хочешь, а там, блядь, вот у нас. А сердечко оторву. Две по три, нахуй. Там, два моба стоит возле Фреи. Вот это, смотри, мы пойдем 25-ку, нахуй, мы с тобой приобретете на шмотку быстрее. Это, ну, 100%. И налево, да? Обвалившийся и налево спустя. Да, сейчас ты собираешь, да, 4, ебать. А потом тебе скажут такие 25, а у тебя 4, отдыхай, бай. А мы такие, типа, у тебя 3, у меня 3, мы такие, давай сюда на базу. Чё, кстати, всех запускать будем хранителей? Да, давай сначала Везокса убьем, дальше посмотрим. Или, может, всё-таки Саня ставим? Ну, давай. Блядь, ну, у меня 4 будет, прикинь, я буду дамажить, наверное. Окей, куда, блядь, у меня 4 будет, я тоже буду дамажить. А так и 2, это пиздец. Саня, ну это каждый пищик. Сань, ну ты 221, я, блядь, 210. Да он тебе не даст, тогда это лоут еще орешь на 219. Че, вы придете сюда бить мобов? Сферы убить. А нам что, только одна же, да, сфера упала? Дарчик, оденемся, спрят. Ага, наденемся, блядь. А то мы не падать вообще перестанут. Ну, тебе гурдак нужен, нет? Где тебе есть? Есть гурдак. Куда мы бежим? А, кстати, точно. Я не знаю, куда идти. У меня одна сфера не упала, да? Вот этой хуйни. А, кстати, реально, одна сфера не упала, да? А, нет, одна была. Одна была, все-таки я не увидел. С машины же упала сфера. Да пиздец, блядь, я не... Это вообще охуенно. Охуенно вы везучие пацаны. Не, нам на первую КД нападало, а ты че не ебу, блядь? Они вон, они все, блядь. Можно нажимать, обвалившись на галерею и налево, ребята. Ксюша, отдай, блядь, этот, а, ну ебаный сэр. Чё ты, нахуй тебе две шмотки, он нереально тебя не отдал, давай. Чё ты, отдай, он тебя забудет, блядь. Он тебя найдёт, Ксюша, он тебя нахуй, блядь, положит, блядь. Давай, как там убийца крутит быша, так что там его подержите подальше. Поэтому убийцу надо первого стрелять. Сумочный убийца. Меня на руки, Ёша. Бейте, я ему стан. Давайте дам. Руки дадим. Реально. Я ему стан дал, бейте, все убить.
Не мота, блин. Не мота. Ой, сука. Ой, сука. Ой, бля. Подожди. Чё такие дикие кидают? Кто это дает? Не подводи их нам. Дай тремор. Я пустая, пустая. Я от этого пидора бегу. Да заебал это слово, ёбаный бро. Там 15 метров фрон джан мог. Нахуй меня, забери, блядь. Убейте весь трэш, потом убийцу добьете, а то что ни туда, ни туда урона нет. Блядь, все время кажется, что эта тетка сейчас бить нас начнет. Так вот, фрейм. Не, он добрый. Она же богиня. Да, убийца ему вообще плохо, и чё он не умирает? Так ощущение, как будто он хилит. Да там хилит моб, бля. Потому что мобы его хилят. Ну, потому что да, мелких он... надо слить, наверное, да? Хуя он блинкает, и сало дает. Хуя, блядь. Хуя он по ОПшу, блядь. А вот плей получается, да. Ну, он подставился, нахуй. Дали опыт нахуй, по магу. Бля, кому как-то босс убьем. Ну хуй. Вроде, эти вроде не хилер был. Не, ну тури какой-то ДПС, не знаю. Что, вы убьете сегодня? Хоть одного. Чуть пиздец, ну как инвалиды какие-то. Станы разыграйте просто, вот стражу стан, да, убивайте. Просто кот наплакал, блин. Юша, отдай токен, давай я у тебя куплю, сколько ты хочешь за него? Нисколько, блин. Так, камень, пацаны. Наша миссия выполнена. Просто я тебе говорю, Арчи, мури, ну, блядь, ну, полутать, нам с тобой полутать ласт токен, типа, будет проще. Типа, когда у тебя будет 3, у меня 3, 25. А как вот если мы их будем с тобой драться за него, блядь, когда он упадет? Почему? Ну, у нас с тобой разные же токены 25-ки, нет? Я вообще в 25-ке ролю с вами представим, по-моему, в 25-ке. Да. Точно так же ролишь. Да, точно так же ты ролишь. Ну, смотри, ну блядь, будем драться куча. Ну, смотри, допустим, блядь, тебе плечи... Я ну чё там матку устроил? В смысле драться, ебать? Мне голова уже не нужна будет. Ты часто голову забираешь, а я плечи забираю, не? Голова откуда? Стопнулись. Голова? Ну, откуда ты, ебать? Да чё, как снялось с него контроль? Сейчас эти боссы открыты, все, как бы только мне в каждой КД вот так. То есть ты забираешь 25, ну типа, ты забираешь, допустим, голову, да? Маба, а я забираю щит. Маба. Моб снимет щит с босса. Ну, точнее, с другого моба. Только как отойдите он? Все от него, потому что он взорвет. Милики ушли. Хорошо. Как ворлка этот босс был. На боссе, на Везаксе такая же хрень будет, ребята, если что. В смысле, мобы такие же? Там вчера, типа, моб не появился у них. Но они бабочкой убивали. А, не появился моб? Ну, туда понятно. Да. Тогда вообще изи тем. Что-то я на Везаксе таких мобов не помню. Там же только стрела, сокрушение и все. О, найс, заперто получается. Открыто, нахуй, блядь. Заперто вообще, Дэвид. Открыто. Я открыл, блядь, проходи. Я красив. Я первый раз тут, нахуй, никогда не был. Да, конечно. Значит, сейчас пизды получим. Разведа. Смотрите, я не знаю, они вчера били, тут, короче, вот два левых пака были заскриптованы с боссом. Если их пулили, спулился босс. Они убили чисто вот правый пак, вот там вот один, и убили босса.
Ебать, маслям, а что вообще... Я не знаю, как сейчас, типа, правильно она работает или нет. Ну, а что если сдалека попробовать пульнуть здесь? Кира, ты пуль похуй, там пуляли они мобов, пулился босс, починили или нет, не знаю. Можно только правый пак пульнуть и потом тестануть остальных. Но вообще их не обязательно, мы можем убить только правый пак, правого моба, и все, и пульнуть босса в правой части и убить его. Ну, пошли. Вы идите сюда, на правый. Не спрыгивайте только РДД. Готовы там хилить сверху? А эти мобы ебут пиздец, если что. Где-то Марчи, спрыгивай сюда направо, на правую платформу. Где вы? Там вот хил, вот я вижу хила, блядь. На краешек, вставай меня хилить, чтобы я сейчас пойду пак пулять. Какие еще могут быть? Ледяной маг. Да похуй, просто хильте. Подожди, где пацаны, сейчас. Я что-то как. О, нихуя, ребут, блядь. Короче, смотрите, я вам расскажу, как можно мастерски запулить. Хан через ФД запулишь и все. Понял. Этот пак бьем сейчас, нет? Ну да, убьем. Короче, смотри. Там есть это какая-то хуйня, по-моему. Сумочная. Да похуй, ебаша. Не помню по мобам, короче, но запуль попробуй. Вот просто вот это вот. Черепок просто через ФД. Вот ты пулишь и сразу ФД. И он должен только один прибежать. Да, по-моему, они все бегут. Ну, давай. Блядь, должен один. Ну, попробуй. Если прибегут все, значит, будем бить всех. Первого элементаля. А, хуёво, блядь. Не, нормально. Что ж. Они там, соответственно. Пир. Сало, блядь. Чё? Понимаю. Так, ладно. Кайф. Короче, он типа блинкуется, дает сало, да? Да, короче, сейчас по-другому сделаем. Хуя разъебали просто. Вообще охуенно. Нет, мобы тут жесткие. Короче, можно типа, чтоб шаман хекс дал мобу, который сало дает, и его не трогать, убить остальных. А какой дает сало? Сумеречный, это в шапке, ну в этом, да, в капюшоне. Да. Отличный в шапке. Не, сильный моб, однако, сильный. Угу. Хули под салом разъебли. Ну там урон такой был, сало, не сало, я хуй знает, как прохилить. Хан-то подожди всех, чтобы мы под аспект уже. Стойте, подождите всех, не спешите. Чего? Да подожди, там еще Арчи бежит, жди. Короче, давайте тогда мы с левой пачки начнем, не справа, а слева. Сейчас по-другому сыграем. Короче, я так понял, мне спрыгивать не надо, да? Ну, типа, сам не да. И что насчет Вара? Он будет в танке помогать там ударной волной всей хуйней или что? Так он и будет в танке. Тут два танка надо. На босса тоже два? Ну, вообще не. Но, типа... Это... На трэш два. На трэш, да. Или на босса тоже два, я чуть не помню. Там, по-моему, один может затанчить. Ну, кого он там хуйню бьет? Только единственное, что каст надо, чтобы сбивали. Там, в принципе, сбивер есть, он вар, рога. Так, короче. Блин, надо почитать, что мобы делают, хоть убей, не помню. Порезать эти, да? Игры, они, ну, можно поворот, но, игру, они пуляются, один трэш пуляешь, это слева, то и второй пулится, и босс сразу. Я не знаю, починили или нет. А если с правой стороны? Они говорят, нам надо типа только правый пак убить и все, и потом мы типа пулим босса и танчим там в правом углу его и убиваем, не трогая этих мобов. Да? Ну давай так. А что, там все прям через жопу, да, работает? Ну вчера было, да, я не знаю, чинили это или нет. Чего он арт-стайл, резать и бафы, то есть.
прыгните все к нам, вам все равно придется спускаться. Они все гуманоиды, да? Можно же и сап еще въебать, да? Сейчас таки будет, наверное. Сап, потом что? Метки раскидать. Плюс нечаянно может вихрь дать. Одного какого-то из организма. Короче, нам надо как одного какого-то нафокусить, у них... Я могу пул начать с того, что кину стрелу какую-нибудь въебало. Вот. О, нет, мы сейчас начнем пул немножко по-другому. У нас вар влетит и даст в эту всю пачку шоквейв. А потом вы только раз сапаете и так далее. На ему сало не даст. Надо же сначала стража превратить в овцу или в кого там. Давайте просто стражу кину ловушку и все, он замерзнет и все. Вот, ну, стрелочный да. Приверженец, который сало кидает. Крест. Ну что, как дела? Точно. Где Тенла? Ну, успеем дорегуту, кстати. Ну, мобов-то убить, да, наверное, эту пачку. Ну что, поехали, пробуем как-то. Давайте, что. Кидай ловушку. А в череп мы все работаем. Только там дал черепу фулл стан. Сало, опять сало. Опять. Нормально, я без сала, я хилю. Дай реп вот по магу, который кастует сзади. Там кто-то сбил ловушку. Я зафирял. Окей. Дал сокру. Дайте масс хил какой-то. Один. Убил. Короче, это маги саладуют. Поэтому... Что нужно? Блять, все сало пришло. Это маг сало дает, да. Сумеречный. А он не филяется, маг, я не могу. Мы даже одного не убили, да? Они филятся. Может этого добьем? У них вот этот одик сумеречный филит. Пизда. Блять, захилил его. Че за контент нахуй, алё, блять? Они вообще... Там все в порядке у админов, да? Уёбки, хули. Ну вот там два мага, блядь. Сумеречный ледяной маг, их два штуки. Бля, эти мобы как нахуй ВК, блядь, чемпионы. Угу. Сука. Короче, магов надо контролить тогда, что делать. Да, маги сайты. Трапу хекс, может, я фир кидаю, фир, ну, не кидается. Они на ране жить, да, были? Трапу, они нет? Там только не сбейте, я кто-то не сбил, нахуй. Смотрите, дальнему, типа, Саня даст трапу, а дальнему ретрик даст репитанс. Но вы, типа, не подходите туда, они сами к нам придут и будут бить, потому что вы там не зауешили их и не позбивали всю хуйню. А хилы я, хилу я каст по кике. Мой контент еще мобу убить. Ёбки на админах. Интересно, а после ребута ресницы этот трэш, нет? Ульдуар, бля. Не должен, по идее. Да, может, Геру задим? Не, надо расконтролить двух магов. Без давайте никого. Первого мага тогда сольем. Мы не вот это, не ну, этого да. Будем. Первого мага. Одного контрольного, но сливаем, типа, да? Под просто. Стана его, типа. Да, типа, я даю фуловый стан прям. Давайте его под Геру бурстанем. Знает. Мне кажется, два мага поконтролить, потом хилов слить, а потом в конце двух магов по одному сливать. Можно и так. Потому не что знаю, это сало... Не знаю, больно прям бьют, нахуй, я же хуевая. Ну, видишь, под салом мы не живем. Не хилит хилы, не дамажит никто. Ну, там он Ефарина ей пораздает. А, он пришел? Значит, может быть. Значит, можно хуй забить. Да, можно хуй забить. Ну, он типа там только я был, сидит, думаю, давай. Пиздец, так шмотки медленно лутаются просто вообще, бля. Знаете, так вот, типа, центральному дашь трапу, а дальнему он реп даст, и убьем вот этого стражника. Крестику косты хила я покикаю. Играем только... через череп, да?
приверженец хилит. ТРДДшник, пусть он вот сюда куда-нибудь приведет этих мобов, чтобы там их вы не зацепили. Мне бы знаков купить. Ну, летим эти по самому. На следующий раз тогда. Не какого трафика, дальнего или ближнего? Ты ближнего, вот, ты крестик вот сейчас даешь, а черепу дает репу. Так. Кого мы будем бить? Давайте приверженца или нет? Да, давай. Приверженца. Смотри,